Сложно верить между делом, сложно делать, что сердцу не по себе. Помнишь, в детстве мы хотели покорения небес. Глядя в небо под гитару, мы мечтали, что сделаем лучше мир. Правда, лучше он не стал, но хуже сделались мы. Компромиссы и заботы, правда, жизнь состояла из мелочей. Мы учились жить комфортно, непонятно зачем. Все это теперь не имеет значения. Наше место назначения — там, куда взлетают искры от костра, высоко во тьме теряясь между звезд. Наше место назначения — не работа, а седьмые небеса. И обратный, начиная с отчета сейчас. Если были мы наивны, почему же мы счастливы были так? Взлет карьеры до вершины, нам не та высота.